Хотите похудеть на пару размеров, чтобы снова надеть любимое платье? Прямо сейчас хореограф Влад Яма покажет комплекс упражнений, благодаря которому уже через 2 недели вы будете весить на 5 килограммов меньше. Да, Влад? Да. Привет, рада тебя видеть. Некоторое время назад я получила письмо. И как только я его прочитала, я поняла, что нужно обратиться за помощью именно к Владу. Здравствуй, Наденька. Пишут тебе участницы вокального ансамбля «Травневиросы». Наш коллектив — это 11 женщин, на которых держится культурная жизнь Борисполя. На сцене мы уже 20 лет, еще со школы. На выступлениях всегда аншлаги. И жители сами предложили платить за вход на наши вечера, а мы купили на эти деньги концертные костюмы. Причем заказали через один интернет-сайт. Очень уж нам понравилась модель, хоть примерить, конечно, возможности не было. Но когда костюмы привезли, поняли, что произошла катастрофа. Мы трое не влезаем в них. На носу важное выступление на вокальном фестивале. В моей танцевальной школе был один случай. Пришла как-то на занятие девчонка. Она была слегка полновата, но на мой вопрос, что бы ты хотела поменять, она сказала, во мне генетически заложен лишний вес и ничего не получится. Когда же мы начали заниматься, генетика показала, что вес, оказывается, был заложен минус 5. За 2 недели? Да. Кстати, результат мы увидим прямо здесь, потому что сегодня девушки приехали ко мне в гости, но это чуть позже. А пока давайте посмотрим, как Влад 2 недели назад отправился в Борисполь. Дім культури в Борисполі знає кожен, адже ледь не щотижня тут виступає ансамбль «Травневі роси». Учасниці ще не знають, що на них чекає сюрприз. От мої дівчинки. Пойду. Поете вы прекрасно. Я получил удовольствие. Я там подглядывал в щелочку за вами. Справжня украинская щира песня. Ну, у нас нарешті в пісні з'явився козак, а то одні дівки. Вот. Тільки трохи вуса відростити ще. Буде саме. Дівчонки, ви, наверное, догадались, що я здесь по порученню Надюши Матвеевой. А хто ті троє, хто написав письмо Надюше? Я. Так, да? Хотілося б. Блакитні. Она сказала, что у вас есть одна небольшая проблемка, и вам нужна моя помощь. Это так? Ну, проблемка есть, да. Так, вот с этого места поподробнее. Ну, теперь у нас тут весна, весняні костюмы пришли. Виноваты костюмы или вы все-таки хотите что-то в себе изменить? Не, ну, звичайно, в себе, да. Ну что, идем в примерочную. Конечно. Вперед. Сядет? Ну что рассказывать? Фух, ну вот ужас. Ой, не застегивается. Немножко да. Так плотненько. Тут, все. Да. Там сантиметрика... Ну, да. 3. Ну, хотелось бы. Хотелось бы. Хорошо. И для вас у меня есть комплекс, который поможет. Я думаю, что за 2 недели я помогу вам сбросить вес. То есть у вас уйдет не только объем, но и около 5 килограмм. Если... Вы будете следовать моим указаниям. Надеемся, что с вами нам будет легко стройнеть. И скоро мы добьемся результата. Я предлагаю сегодня все-таки взвеситься. И через 2 недели мы проверили результаты, в том числе и в цифровом виде. Вот. Вот, вот, вот. Ах. 76,4. Ужас. А сколько хочется? Ну, но... хотя бы 5 было бы тоже. А то. Да, но нужно начать. 64. 300 да. Было. Да, хорошо. Да. Угу. О, я лидер. Победили. Да. 77,800. Я же выиграла. Ну что ж, я предлагаю не терять времени, а приступить к упражнению. Я жду вас на сцене. Добро. Раз. Это комплекс, после которого исчезают все комплексы. И больше, больше круг. Что-то чувствуется? Да, есть напряжение? Да. Ну, отлично. И вот больше только. Смотрите, косточка поднимается. Опять же, нам нужно сократить мышцы, да? То есть не просто не крутим попой. Да? Представьте, что перед вами полный зал благодарных зрителей, которые ждали вашего выхода на сцену. Раз. И два. Это классно. Вперед. И вперед. И еще больше круг. Еще больше. Еще. Пам. Влад, я так понимаю, что ты 2 недели там с девчонками и провел. Да, конечно.
от звонка до звонка. Но они держались молодцом. Мы начинали, скажем так, плавно, потом постепенно добавляли количество повторений. И я просил девчонок, чтобы они занимались даже два раза в день. Первое упражнение у нас очень-очень простое, разминочное. Это ходьба на месте с высоким подниманием бедра. Я тебя не узнаю. Очень просто. Теперь добавим немножко скручивания в плечах. Да. Вот мы как раз попробуем разогреть те мышцы, которые нам нужны. Такая строевая. Строевая ча-ча-ча. Делаем это упражнение примерно в течение 3 минут. То есть нам нужно почувствовать, что кровушка побежала по организму, и вот мы ему даем понять, что вот-вот начнется нагрузка. Да. Следующее. Ножки на ширине плеч. Руки ставим вот так перед собой. Теперь нам нужно делать скручивание. То есть в правую сторону мы доходим до максимума, там фиксируемся, возвращаемся в исходное положение. Также влево. Раз. И зафиксировать. Вправо и влево. А попа на месте, да? Максимально, да. Вот как раз-таки у нас работают здесь косые мышцы живота, спинка включается. Получилось по 30 раз. Есть. Угу. Класс! Так разогревает хорошо это упражнение. Так, теперь руки за голову. Нам нужно попытаться соединить правое колено с левым локтем. Вот так вот округлить спинку. Мы будем делать сначала только на одну ножку. То есть пока поднимаем только правую. Ты подкачался, раз. Влад. И у тебя такие мышцы. Так вот же, я же так держу руки уже 2 недели. Понимаю. Раз. И чуть медленнее, Надь. То есть, а я же хочу, понимаешь? Нам мах это очень просто. Да, согласна. Мах это уже танец. А нам нужно вот округлить спину постараться. Раз. А, все-таки дотягиваешься. Ага. Раз. Теперь стараемся думать больше не о том, как двигается рука, а о том, как плечо все-таки двигается в сторону ноги. Да? То есть не так скрутить плечо. А плечо. Поехали. Вот здесь мы можем уже прочувствовать, как работает непосредственно брюшной пресс. Раз. И. Раз. На каждую ногу мы делаем по 15 повторений. Можно добавлять и дойти до 30 повторений на каждую ногу. Попробуем на другую ногу. И раз, и два, и три, и четыре. Давай немножко отдохнем. Ты в детстве пропускал занятия по танцам? Создалось ощущение как-то, что мне все надоело. Я прозанимался уже 5 лет и не пропускал ни единого занятия, даже когда болел. Мне как-то показалось, что, наверное, с меня хватит. Уже, ну, вот так, да? В 12 лет я решил топнуть ножкой. Я пришел домой из школы и сказал родителям, вы знаете, больше я на танцы ходить не буду. И где-то внутри я ждал реакцию, что меня погонят туда. А родители сказали, тебе решать, не хочешь, не ходи. Я пропустил это занятие, потому что уже элементарно не успевал. Ну, да. И больше не пропускал ни одного. Дальше, любимое упражнение. Нам нужно поставить вместе ноги, прогнуться позвоночники в поясницу. Вот так мы опускаем ручки. И сдавливаем сначала правую сторону. Точно, ты знаешь. Выпрямляемся и снова левую. Да. Есть у всех, да. Да. Если у вас нет, значит что-то не так, значит вы больны. И раз, можем подряд. Два. Вся фишка в прогибе, потому что если мы будем делать это ровно, ну немножко не то. В каждую сторону у нас для начала получилось по 30 раз. Закончили? Не могу остановиться, ты что? Ну, а пока Надя продолжает, мы перейдем к следующему упражнению. Да, девочки, это действует на то место, которое другими никакими упражнениями не заденешь. Что у тебя впечатление от занятий с девчонками? Старались ли они? Может быть, стеснялись? Может быть, не слушали тебя? О, нет, не слушали, такого не было. Но единственное, что мне показалось, что мы чересчур много фотографировались с ними. Осталось последнее, самое интересное, самое простое. Это то, что я своих учеников прошу в Латиноамерике. В американских танцах специально не делать, а вот в восточных танцах это очень приветствуется. Это называется крутить попой, ну вот так по-простому. Ставим правую ногу на носочек. Так. И дальше вот у нас есть косточка такая. Вот ей нужно нарисовать большой-большой круг. Да? Круг? Круг, да. От себя мы как бы вращаем, да. Раз. Только смотри, теперь не просто вперед это сделать, да, а вперед и вверх. Опять же, мы сократим косые мышцы живота. Теперь у нас получится восьмерочка. То есть здесь мы делаем один полукруг. Теперь левой косточкой делаем второй полукруг. У нас получается цифра 8. И. Раз. И. Раз. То есть мышцы наши постоянно напряжены. Одна сторона, вторая сторона. В каждую сторону начнем делать это с 15 повторений.
Теперь левой влево, да. Вперед. И левая косточка. Ой, и правая. Ой, у меня не получается, да, в левую сторону. Это мне задание домашнее. Сейчас правильно. И вот сейчас подарок. Влад, наши зрители присылают разнообразные работы, которые они делают своими руками. И вот одна из них от Оксаны Бойко. Она пишет. Здравствуйте. Отдаю в хорошие руки единственного в своем роде Влада Яму-младшего. С уважением, Оксана Бойко. Здесь что-то живое? Не знаю. Влада Яму. Ну, это так? Класс. Давай коробочку. Так, так. Посмотрим. С прической угадала. Очень трогает. Прическа, да. И, кстати, намного более гибкий, чем я. Да, спасибо вам огромное, Оксана. Вы видите, вы Влада растрогали. Ну, а нам с вами пришло время познакомиться с девушками, которые 2 недели тренировались, делали старательно те же упражнения, которые мы только что разучили. И мы приглашаем девчонок. Модели. Красавицы. Ну, скажите мне, пожалуйста, это те костюмы, ради которых вы старались? Так, это те костюмы, да. Мы объявили, что благодаря этому комплексу, если делать его старательно и правильно, за 2 недели можно избавиться от 5 килограммов. То, что девчонкам удалось уменьшиться до нужного размера платья, это очевидно, это здорово. Но давайте мы еще и контрольное взвешивание сделаем. 73 килограмма. А Люда весила 77 килограммов 800 граммов. То есть похудела на 4 килограмма 800 граммов. Так это ж, ну, прекрасно. 200 грамм я дотянула. За 2 недели. Лена. Это все бусы. Лена весила 76 килограммов и 400 граммов. А сейчас 72 килограмма. Довольна результатом, так, Леночка? Так, звичайно, довольна. 4 килограмма 400 граммов. Лена весила 64 килограмма и 300 граммов. Куда уж худеть, как говорится. Но сейчас Лена через 2 недели весит 62 килограмма. Но не все девушки, во-первых, одинаково похудели, а во-вторых, до 5 килограммов никто не дошел. Ну, я бы здесь сконцентрировал свое внимание на костюмах. Да. Все-таки это была главная задача. Если девчонки продолжат, то я думаю, что еще через неделю мы добьемся как раз-таки тех заветных 5. Мы, честно кажучи, не очікували за такий короткий проміжок часу такого результату. Хотелось бы, чтобы вы прямо сейчас нам что-нибудь спели. Потому что вы такие счастливые, такие красивые сегодня. А хто бачив, а хто бачив, а хто чув, то у мене всю ніч був. Свата в мене Митрофан, Римського Василій Степан. Свата в мене Митрофан, Римського Василій Степан. Здорово! Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.